Так. Так, 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 так. Подожди, 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 подожди. Так. Блин, 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 блин. Так, а вот. Отправил. Так, на двоечках, на двоечках. Сейчас, минутку. Или же на вот этого парня возьму. Поехали. Блин, я думал, ты дольше будешь ходить. Думал, успею кофе себе сделать. А чё мне тут ходить? Просто он вышел на улицу. Спустился вниз и всё. Ага, понимаю. Ну, прошёлся по своей улице чуть-чуть. Спустился вниз и всё, до садика там мало. Она у тебя где-то рядом работает, что ли? Да, она в магните побудет. Ага. Около школы. Так ты иногда пользуешься халявой с магнита, да? Мам, палочки. Хлеб на халяву принесла. Ну, потому что мама не знала то, что у меня стипендия пришла. Ну, понятно. Да что у нас так долго балансит-то, господи? А я уже все почти. Кстати, что мне понравилось, здесь можно динамически, во взводах можно разноуровневую технику брать. То есть тройка с двойкой, тройка с четверкой, такой вот состав. Я когда с Алишкой катал, она, получается, брала танк уровнем выше, а я брал танк уровнем ниже. И получается у нас как бы неплохо заходило. А на двойках только 7 чуваков, прикинь. Может, на тройке перейдем, там вроде 30 рыл катает. Ну, а сейчас на 2 минутах не будет, то... Ага, закинул. Неплохо. Все-таки подобрал балансировщик. Так. Ну что, горку? Я думаю, да. Бой начинается. Ты меня как-то сейчас это пролагало. Даже на среднем графике как-то намного лучше играть, чем на высоком было. Хотя я, может быть, даже его и это разманчил. У меня рикошет! Я рикошет по нему дал. Бывает. А, у нас сзади череп? Серьезно? Дядя, что ты тут делаешь? Все, меня убил он. Да я про него забыл как. Ты мне пробил. Серьезно? А то что, тут что, они проходят, а ты ходишь? Нет.
Здесь физика же другая. Физика лучше, чем в таких танках. Ну. Телефонная физика лучше, чем компьютерная физика. Он пайсик есть. Да, но мне от КДшиться надо. Попадание, понимаю. Ты сейчас воина можешь взять. Я еду за ним. Если, конечно, он не сдохнет раньше. Да нет. Так, победить и выжить в 10 боях совместно с оклановцем в заводе. Окей. Я на третьем месте по выполнению задач клановых. Да. Ну, так я же тебе говорю, потому что в клане, блин, играют. Ты да, я там с тобой. Не брать, я третий уровень открыл. А? Я уже третий уровень открыл, все. Да? Ну окей. Так, второй, первый. Блин, я вот думаю, может мне. Да, я возьму, наверное, это. Так. Сейчас погоди, я его снаряжу. Так. Так. Так, вот это поставим. Хорошо. Так, все? Да, все уже. Так. А ты что, второй уровень взял? Нет, третий. И второй взял. Разве? А, стоп, да. Стоп, я ж хотел не второй. Я ж хотел третий. Где он? Третий, давай. Вот он. Вот, клоун. Да они просто одинаковые, блин, пока их разберешь. Не дают поехать. Значит, ты как-то еду 40 км. Что-то как-то не алё. На легком танке ехать 40 км. Да. Как сказал Антон Панков, надо пострадать.
На Т-28, 20 км в час ехать. Да. Почему бы и нет? А где у них все противники? У меня такой вопрос. Не вон, на базе. Да, я тут чуть не перевернулся, конечно, но... Ну, в принципе, я застрял. Как ты его пробиваешь? В лючок. Я понимаю то, что в лючок. Там справишься с ним? Я его не пробиваю. Пробитие. Нет, я с ними справлюсь. Ага, понял, еду. Пробивал. У меня скорости не хватало, чтобы его бачину не доехать. А, ну. У меня толпой. Ай, кого у нас, сука. Просто такая толпа в тебя въехала. Победить и выжить — это, конечно, сложная, сложная задача. Попасть в топ-2 среди союзников в 3 боях. Задача у меня. Ты глянь, одни ты 15-е, это просто забей какой-то. Праздник у них. Да, я в курсе. Ты в топе? Да. Бой начинается. Это ж господи. Шлёпище, блядь, остановилось. Я вообще пусть, все равно я еду 45. Что, ехал без буста, что с бустом сразу сам. Так это, слышишь, здесь это особо ничего не дает, пока ты движок не поставишь. Я уже... А, он, а тут утопиться можно? Да. А, ну, в принципе, у них Т-15 поехал утопился. Потрясение тут. Потрясение, ты лох. Ай-яй-яй-яй, а можно не так больно, да? А хоть крысы пустовые, я сейчас к вам приеду. А я тоже пустак сел. Крысы пустовые. А мне помоги будет. Пробил. Можно помоги.
Лечу на всех парах. Да он меня заберет, походу, сейчас. Я 45 км еду к тебе. Пробитие. Есть пробитие. Да, он тебя забирает. А, у него не хватило пробоя, лол. Забирай его. Спасибо. Тебе он просто 2 хп оставил. Да вообще жесть. Я на такой, на таких крополях хочу забей просто. Ворвался как спартанец и чуть не помер. Чах убегал бы чуть-чуть, заряжу. Так заряжай. Да какой, я не хочу 550 голды тратить, ты чё? Так а ты можешь обменять на серебро. Там же... Они говорят, это за голду тратить. Что именно? Снаряды? Да! Не знаю, там справа... Да, я до... Ну, так нажми на нее, и она поменяется. Нет, они мне пишут, подтвердите это. А, ну тогда, что... тогда откажусь. Я не могу отказаться. Это нечестно. Ну, что делать? На голду раз. Жизнь она такая. Несправедливая. Да, вот тут у нас 4 троечки. 2 чиха. Начинается. Нормально, чувак там стоит. Нас кто-то снял. Пробитие. Есть пробитие. Пойду я бедному сиротинушке помогу. Там стоит меня посылка. Пробитие. Есть пробитие. Я не побил атаки. О, это 15 башу. Нормально. Зато я ему башню оторвал. Пробил. Она у него на крышу залетела, здание. А, нормально, тоже неплохо.
боже, Т-15 тупой, который меня берет и выталкивает. Что ты понял? Он просто встал сзади меня и стоит. И дает мне отъехать назад. Блин, я из-за него не убил танк. Там ты 3 фрага сделал уже, да? Да. А, понимаю, у нас все просто дал закрыл. А я не пробита. Чего просто взяли и зажали? Я бы сейчас воина бы взял, если бы не наш чел, который мне не дал 2 убить. Вторая степень, братья по оружию. Я же, кстати, стал этот Евротрек записывать. Не знаю, видел ты, не видел. Вот. Получается, когда записываешь в мультиплеере, у меня получается просадки FPS и проц перегружает. А когда записываешь в одиночке, вообще огонь, блядь. Я вот для себя решил, что буду записывать одиночку пока. Я понял. О, 4-ки. 2. Пазика 20. Ну что, опять направо? На угол? Тихо. Вас взяли его принести. Он потерялся. Может, поедем, а Т-15 убьем? Да поехали. У меня тут по прямой 2 тела сидит. Ну, я играю. Ой, 3 тела, ебать. Много не так жестко, блядь.
Так, у меня 70 хп и там еще 3 хада. Так, один 100% так. Я не знаю, сколько у меня урона, видимо, вот там что-то маловато, но я в кусты блайндил, хрен его знает, может. На, всего 500. Всего 500. Ну. Хреновенько, ну что делать? Хреновенько, ну что делать? Хотя мне кажется, 500 это есть с блайндами, потому что я, по-видимому, не так много стрелял. Поэтому как бы ненормально так. Ты по своему засвету стрелял, получается, а я стрелял по кустам. Так, стоп. Погоди-ка. Я забыл. Надо под калиберов. А, нет, отменить. Под калиберов трошки подзарядить. На всякий пожарный. А то мало ли B1 появится, и я его своими ББшками не сильно пробивать буду в лоб. Хотя вот что мне здесь нравится, даже когда вот у тебя показывается тяж, то есть зоны, показываются зоны красные и зеленые, то есть куда ты можешь пробить и куда ты не можешь пробить. Да. Так. Лагу, пазик. Два круизера, кстати, взводные. Круизеры. На гору едем. Ну да, попробуем. Мы начинаем. Смотри, круизеры взводные, брат. Нам надо либо сразу горку занимать, либо. Так, я таблешусь пока. Но они нас обходят с другой стороны. Да. Что-то делать. Доберу. Тихо. Внизу он трое. Я поехал М5 сбивать. Давай.
Здорово, братин. Я вообще не успевал урона стрелять. Еще буквально одну победу, и я открою четвёрку. Блин, а почему меня одного зареспило на втором квадрате? Можно узнать? Вы начинаете. Эй, знаешь. Главное, если их еще 5 минут, я знаю. А, а меня уже все видит. Меня еще нет. Ау, здрасте. Пробитие. Пробитие. У меня их тут четверо. Да, я понимаю. У меня тут команда. А я тут одного лолика кручу, короче. Не знаю, твои, знаешь, вот это вот пассивность. Пробитие. Пробитие. Просто у них вся команда здесь. Просто вся. Ну не вся. Два танка нету. Ну кроме двух. Все. Еду на помощь. Да меня вот там нет. Меня просто вся команда вкатила, и все, у нас БТ-7 стоит просто наверху. Смотрит что-то. У нас вот двое просто стоят пальчики и тут оси. А кто не побил вообще? Почему? Не знаю. Он тебя тоже пробивает. И ты его не пробил в жопу. Вот, вот каждого ты выстрел, ты один не пробиваешь, один пробиваешь. Это как? Гусеницы повреждены. Шансов. Противник уничтожен. Не знаю, физика такая. Ой, господи. Ну я больше 1000 настрелял. Хрен его знает. Я там около 200 настрелял. Все. У меня у нас олень стоит в кустах. У него сзади танк, он даже не шевелится. Это бот. Ну да, говорят, ботов не существует. О, оно поехало. Оно жопой поехало. Господи, блин.
Сколько я? Ну да, я около 200 накидал. Ну, я 1200. Это забей. Ну, в принципе, из 10 боев боя 3 таких бывает. Когда ты накидываешь, настреливаешь, а в итоге, блин, команда, как всегда. На высоте. Ну. Четверочки. 2 лага, а 20. Я поехал нашему помогать. Давай. Тут дома не ломаются? Нет. Еще лучше. У меня, как обычно, опять урона нет. Что ж такое? Если броню не побить, алло. Пробил. Пробитие. Готов. Пробитие. Так, и один возле базы. Я там чуть-чуть на тебя спрыгнул. Да, я видел, ничего страшного. Так, а он едет на центр. Но ты меня перестрелял. Уничтожь ПТСА у 10 уровня.
нормальное задание, да? Ну. Не хочешь поехать на четвертых? На четвертых, да, без проблем. Еще один там. На четвертых. Так, а мне, у меня. А, у меня четверок нету, да, мне надо покупать четверку. Окей, сейчас возьму. Так. О, у меня лимит продаж еще. Не дешевые эти, все стоит. Ну да. Так, я четверку взял. Че, я снаряжаю? Да. Окей. Так. Фугасы мне не нужны. Так. Внешний вид. Да нахер тебя внешний вид. Кстати, может зря я взял B1, может надо было А20 взять лучше. Ну посмотрим. На вот больших танках B1 всегда в топе, а здесь получается он еще и с пятерками играет. Ну, в больших танках он тоже как бы попадает иногда к пятеркам, но в большинстве он играет в топе. Поехали! Ну а ты бусты включил, да? Ну да. Еду 13 км в час. Я 45. Ну, блядь. Куда у меня тогда тебя? Ой. Я чуть не застрял. Я также застревал. Это физика, блядь, прекрасно. Так, мне хэтсел, так что аккуратно. Да, мне останется. А то он тебе фугасом прояснит. А где они все, ебать? А, нет. Нихуя, нихуя. Стоят, нихуя. Но я пока до них доеду, ебать. А, он поднимается. Да, не так ничего. Вот, а на таких, вот на таких танках, блядь, самое охуенное, когда у тебя союзники сбегают. Чел дал. Пробил. Да в смысле, алло? Пусть не забито. Движение невозможно. Да кроме снаряд летит. Пробил. Блин, куда? Ну, я сейчас забрал. Тебе двух. А, вот это. М7 тормоз. Бортом к противнику, ну да.
А 20-то убейте. У меня опять не кошель по нему. А М7 не попадает. Неужели? Хоть что-то сделал полезное. Ну нахуй ты ботом выезжаешь, ёбаный в рот, блядь, это пиздец. Господи, М7 такой тормоз, я в шоке. И он дальше едет по прямой бортом. Ну что думаешь, у борта танкует у него? Да. Или они у него волшебные? Ну сейчас Хэтсер приедет, он скажет. Как они у него танкуют? Сука. Ой, я в шоке. Понимаю. У нас 4 клоуна осталось, 2 из них берут базу. Сейчас смотрю. А 20 в кустах слева. ЛТ, который должен сидеть. Он пазиками. А, ну это пахнет поражением, если честно. Хэтсер сейчас объедет и М7 прыжка. А у него не фугасница. Я понимаю, что у него не фугасница, но все равно он М7 за 2 шота забьет. У него тут ХП 300 с копейками. М7 надо спрятать свой корпус, чтобы убивали. Да мы все равно. А 20 тормоз. Ебать, не повезло. Что-то от Хэтсера не повезло. А М7 как стоял. Господи, да что ж это за блядь. Ну а сзади танк там даже не смотрит. Он даже никуда не едет, ему вообще насрать. Господи. Чтоб я так жил, блядь. Ой, блядь. 3 шестерки. Ну да. Так. Пятые. Пятерочки. Как интересно. Да. Прям забей. Это как интересно будет, если до позиции буду ехать пол боя. Да. Натаха стрелок пишет, не спеши, ебать. Особенно ты. Да. А сколько у меня тут вообще выстрелов? А сколько? Пробил. Ага, проверяешь, 20. Попадание.
блядь, Су-85, можно не так жестко меня пробивать? Пробитие. Пробил. Пробитие. Броня не пробита. Попал. Что, брат, ремка есть? Есть. Есть попадание. Гусеница сбита. Движение невозможно. Гусеница восстановлена. Можно ехать. Боже, какой же у нас тупой КВ-1, который не может убить чела. А у нас сзади два танка. Пробил. Я вообще не могу понять, где миникарта. Есть пробитие. Слева. Я только сейчас ее увидел. О, господи. Да какая гусля, вы чё, совсем что ли? Ура, конечно, 14 хп ему оставят, конечно. А тебя убили, да? Да, он мне звончотил, у него альфа пошла. Ага, понимаю. Так. Ой, господи, 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 господи. Так. А тебя тоже убили? Да. Я думал, ты что? Нет. А где на 6 уровень ездить? А, 4. Не знаю, где-то катается. Так, так, может, так. Победа. Красиво. Мне вот единственное не нравится в Б1, то что он, сука, медленный, блядь. А в целом так как огонь. Блин, я не глянул, сколько я урона настрелял в прошлом бою. Yeah. Да я с одной Су-85 и бодался стоял. Так, четверочки, два лага, М7-1. Бой начинается. Они все у вас. Пробитие. Пробитие. Пехвод контужен. Скорость движения и поворота снижена. Пробитие. Хуя себе. Противник уничтожен. Ебать. Что так жестко?
ты где хп потерял-то, если они все у нас? А мне тут Лаго просто выехал, мне никто не помогал с ним, а у него пушка прокачана. А, понимаю. Ладно, доигрывай, я пойду танчик прикуплю. Давай. Что-то Б1 как-то мне не очень. Я медленный, блядь, и геймплей у нас получается не очень, скажем так. Так, где тут мой? О, что не сделаешь ради товарища? Ой, господи. Так. Ага, он сразу в топе. Чудненько. А у меня просто с вертухи попадает, не выцеливая. Пиксель. Нормально. Ну, если на голде, почему бы и нет. Тут же ж видишь еще в чем, блин, что вот мне непонятно, почему не сделать разработчикам, как вот в больших танках, рядом с мини-картой или там где-то в другом углу, чтобы показывалось, какими снарядами по тебе стреляют. Да. Так, стоп, 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 стоп. Я же боекомплект грузил. Так. А, нет, стоп. Вот так. Так, пойду я танчик. Ой, танчик, чайник поставлю. Давай. Что там, бой кончился? Да. Ай. Да. Понимаю. Так. Я просто не то ухо взял. У меня одно ухо нормально слышит, второе ухо ни хера не слышит. Где-то там вдалеке. О, господи. А у тебя это залился видос или ты что-то делаешь? Нет, я ходил чайник ставить. А, ты видос там загружал или... Ну да, я, когда ты уходил, я ж загружал видос. Я понял, что загрузился. Бой начинается. Да. Часовой? Слушай, ну ты стань где-то на отстрел, я не знаю. Я сейчас попробую тут что-то не сделать. Блин, я все камни собрал. Молодец. Ну, 34 раз сильно нагло у нас, видите? Прямо точно нагло. А он и 20. Thank you.
где у них ПТшка? А, она с той стороны. Никого первый на нас подумает. Так. Так, там мотили, да. Что так все плохо? А у нас лага в красном линии. А СТРВ в красную линию уперлась и все. Парня похуже с интернета. Да. Алло, привет. А он на зарядке стоит. А я тут с Егором в Блица играю. Так а чё, блядь? Ну если в больших танках сейчас жопа горит от союзников, чё, блядь? Ну я плюс играю. Это понятно. Я плюс, видишь, что я как бы играю и записываю, как бы, блин, сейчас вот с Егором катаем. Вот. Так, а в смысле на пару дней? Ну, так уедешь, что... Он будет у тебя просто на аккаунте в Стиме, да и все. Ой, блядь, проблема целая, да? Понятно. Понятно. Да спит. Так, сейчас я Егор кофе сделаю, подойду.
принципе. Это. Ну ладно, тогда. Егорыч, мне тут Ванька сейчас звонил, вот, предлагает пойти в большие поиграть, на восьмых девятых. У меня девятых нет, я подал уже, давно, 3 дня. Ну, у меня там восьмерок куча. Мне надо индейку докачать, там 20 тысяч с копейками осталось. А мне осталось у вас каких-то 140 тысяч. 145 тысяч опыта. На Т-95. А, на Т-28? Да, пострадать придется так. Не, ну если хочешь, можем в принципе свернуть и пойти там поиграть в взводиком на 8. Ты мне тогда завтра можешь это. УПС настроить микрофон, а то у меня он это... Здесь я говорю нормально, а там в УПС у меня вообще станет все. Не могу настроить. Я пытался что-то сделать, у меня не получалось. Чего не получается? Меня вообще в УПС не слышно, когда я говорю. А, так это, я ж записывать не буду, потому что у меня будут фрезы. Не, я говорю, завтра после этого. А, завтра? Ну да, добро. Я завтра приеду после этого. Я после экзамена и... Ебать, вот тут не выписывай. Тихо. Да вот этого парня съесть. Да, сука, съел, проверяй, блядь. Я там не хотел на 600, ой, на 400 с лишним БК ему оторвал. Красавчик. Ну я хотел, блядь, мелочь добрать, и в итоге, короче, сам сдох. Вот. Понятно. А,
я бы мог еще столько урона здесь настрелять, если бы, блин, не полез бы за фрага. Я косарик. Ну ты косарик, а я там меньше всего. Ладно, что тогда, давай я тогда сворачиваю, заканчиваю и пойдем большие тогда. Вот, а завтра тогда ты во сколько будешь свободен? Ну, у меня только в 8:30 экзамен. Смотря... Ну, ты мне в ВК тогда напишешь, как это? Ну, где-то часов 12, может, чуть раньше. А, ну, да это, господи, я все равно до обеда буду залить. Вот, так что вот так вот. Я приду, лягу спать, посплю, и не так можно. Ну, окей. Это ближе к вечеру, туда где-то. Часов 4-5. Окей, пошли тогда в большие танки. Мы уже 2 часа играли. Тогда.